Тема очень тонкая, прямо скажем. Тема свободы творчества. Но наши художники забывают, что кроме свободы творчества есть еще и ответственность гражданина, творческого человека перед обществом. Тем более, что он взял у этого общества немалые деньги на постановку. И я бы не осуждала режиссера. Ну вот он так видит. А вот директор понес абсолютно заслуженное наказание, потому что именно ему, директору, государство доверило руководить учреждением культуры, которое существует на деньги народа. А то, что касается церкви, вы знаете, православный очень терпеливый народ. Они ответили на оскорбление стоянием церковным. А будь это в какой-нибудь мусульманской республике, там была бы резня. Поэтому я считаю, что ответственность художника за социальный мир должна тоже присутствовать. Ответственность театра за то, что они там производят. Я видела постер этого театра. Это ужас. Ужас. Да я бы сама пощечину дала этому директору, этому режиссеру за то, что они себе позволили на сцене, в храме искусства оскорбление традиционных наших как бы верований. Я не очень воцерковленный человек. Но это прямое оскорбление, то, что вот я видела. Поэтому я считаю, что правильное решение приняло Министерство культуры, и я его поддерживаю.